твоя группа? Твоя? Будешь ходить в садик? Да. Маленький Артем не смело переступает порог. Он у нас стеснительный, говорит мама. Целых 2 года Анна ждала, когда наконец ребенка примут в сад. Не было места. Открытию саду дополнительной группы рада вся семья. У нас очень много появилось в этот раз детей маленьких, как раз такого-таки возраста. Ну и сами знаете, как работы одной мало. Мамам надо идти на работу, и нам нужна была группа. В таком положении оказалось еще 2 десятка отрадненских семей. Собрав все заявления год назад, заведующая отправилась к районным властям. Просьбы воспитателей услышало руководство области, и сад был включен в программу «Детские сады детям». В итоге помещение, где лет 20 располагалась сельская администрация, не только вернули малышам, но и полностью отремонтировали и оснастили всем необходимым. Мы купили новую мебель более чем на 100 тысяч рублей. Вот. И мебель, и постельные принадлежности, и игрушки. Вот это было куплено на вот эти вот денежки, которые нам предоставила наша область. Поздравить коллектив детского сада «Аленушка» приехал заместитель губернатора Рашид Габдулвалиев. Стихи и танцы в исполнении дошколят на его лице вызвали улыбку. А вот малыши подобные эмоции пережили, когда заместитель губернатора предложил им перерезать красную ленточку и первыми войти в новое здание. Давай-ка. О, молодец. Еще раз, молодец. Внутри гостей встречали с караваем и песнями под гармонь. Рашида Габдулвалиева поблагодарили за помощь в открытии младшей группы. А заодно обмолвились, что в селе еще 30 семей ждут очереди в детский сад. Замгубернатора не исключил, что, возможно, и второй этаж, который сейчас занимает амбулатория, вернут дошкольному учреждению. Часть помещений уже возвращена. Практически большая часть еще осталось немножко сделать. И тогда полностью это здание будет на те цели, которые предназначены, будет использоваться. Это отрадно, потому что люди нуждаются в том, чтобы можно было спокойно работать, а дети будут присмотрены. В придачу к поздравлениям детский сад «Аленушка» получил огромное число подарков. От областных, районных и местных властей коллективу вручили бытовую технику, телевизор и ноутбук. Елена Бочкарева, Аристарх Никитин. События. Брянский район.